Просьба убрать детей от ваших голубых экранов. Показывает компания Bloober Team. Так это правда. Бойня в Ниве. Мне нужно найти этого Томаса и убираться отсюда. Эй! Есть кто? Томас? Ты здесь? Отель Нива Плаза, надпись. Эй! Томас! Спокойно, Мэриан. Это просто старый добрый отель с призраками. Перестань ерзать и тащи свою задницу к звонку. Приветик. О, боже мой. Ты меня напугала. Это уж точно. На вид ты очень напугана. Меня зовут Печаль. Мэриан. Печаль? Тебя правда так зовут? В смысле, как по мне, ты довольно веселая. Ну, это то, что я помню. Мои друзья меня называли по-другому. Но я не помню того имени. Твои друзья? О, да. У меня здесь когда-то было много друзей. Но теперь они все исчезли. С ними что-то случилось? Я вообще не хочу об этом разговаривать. Все нормально. Так, ты живешь здесь? Совсем одна? Ты не поверишь, как здесь порой становится скучно. Могу представить. Это место, должно быть, было... О, да. Тут было так оживленно. Люди приезжали и уезжали постоянно. Всегда было с кем поиграть. Должно быть, было мило. Так и было. Но больше нет. Так, скажи мне, что случилось? Я помню, люди перестали приезжать, но только некоторые из них остались. Но они стали очень печальными, очень злыми,
Они могут навредить тебе. Спасибо. Но я могу о себе позаботиться. Эй, мне интересно, ты видела Мэриан? Да. Ты со мной поиграешь? Совсем немножко. Прошло так много времени, как я с кем-то играла. Ладно, ладно. Но сначала мне нужна твоя помощь. Да. Да. Все что угодно. Я ищу человека. Томаса. Ты его знаешь? Дай подумать. Кажется, я слышал это имя раньше. Где-то не спеши. Ах, да. На втором этаже. Можем поискать там. Идем, Мэриан. Быстрее, подожди. Я не могу пойти туда. Черт. Мне нужно туда как-то забраться. Эй, здесь лифт. Надо проверить, может быть, работает. Печаль. Хотела бы я знать ее настоящее имя. Вот дерьмо. Ну ладно, Мэриан. Просто сделай глубокий вдох и... Отпусти. Там. Блок с предохранителями. Нужно питание. Нужно шевелиться. Путешествие вне тела. Это словно нырнуть в пустоту. Останешься здесь слишком долго, и она просто затянет тебя. Ладно, Мэриан. Теперь тащи свою призрачную задницу назад и запитай этот лифт. Какого... Что это за место, черт возьми? Я... Вот дерьмо. Кошка. Она осталась по ту сторону. Я здесь застряла. Что происходит? Пожалуйста. Пожалуйста, не надо, мамочка. О, боже. Что с тобой случилось? Подожди. Я тебя знаю. Ты тот мальчик. Бернард, не так ли? Он просто в ловушку попался, так же, как и я. Я знала его имя, но этого было недостаточно, чтобы отослать его. Словно какой-то его части не хватало. Все эти люди, их не просто убили. Их души были разорваны на части, так что их уже больше не восстановишь. Возможно, мне удастся найти то, чего не достает Бернарду. Нужно поискать.
Отвяжись. Дерьмо. Нужно избавиться от них. Колодец духов. Я могу использовать эту энергию. Горите, мелкие ублюдки. Это принадлежало тебе, не так ли, Бернард? Пора тебе вернуть назад. Мне жаль, что тебе пришлось пройти через это. Пришло для тебя время упокоиться. Бернард. Спасибо. Похоже на то, что я использовал, чтобы пройти через зеркало. И ощущения такие же. Нет. Есть только я. Останься со мной. Останься. Вот дерьмо. Лучше бы сработало. Да. Да. Ты справилась, Мэриан. Нет. Нет. Дай мне дотронуться. Девочка. Где она? Кто не спрятался, я не виноват. Вот дерьмо. Поиграй со мной. Сыграем в игру. Можно поиграть в куклы. Ты останешься со мной. Где ты? Ну где ты, прогнивший шумный кусок мяса? Выходи! Вон там. Так, я выберусь. Но эта тварь стоит у меня на пути. Папочка сказал, не надо. Или наоборот. Медиум. Скоро на ВХС. Вы доказали, что вы решительный человек, поэтому я не думаю, что у вас возникнут проблемы решить, что делать дальше. Если вы хотите поддерживать ВХСника, просто станьте спонсором, и я приму вас в хиральную сеть. В ином случае, что ж, я могу предложить вам битву, шансов победить в которой у вас не будет.
Время делать выбор. Choose.